Добрый день, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я готовила блинчики с мясом. Для теста я взяла 10 столовых ложек муки, 1/2 чайной ложечки соли, 1/2 чайной ложечки соды, 4 чайные ложки сахарного песка. Взбила 2 яйца. Влила 2 стакана молока и хорошенько вымесила тесто до однородности. Получилось вот такое тесто, как жидкая сметана. Теперь его надо разбавить водичкой до нужной консистенции. Я вливала постепенно, примерно стакан кипяченой воды. Все время надо замешивать и смотреть. Должно получиться вот такое блинное тесто, достаточно жидкое, но не водянистое. Сковороду я хорошо раскалила, смазала сливочным маслом. Наливала тесто тонким слоем, хорошо распределяя по сковороде. Когда одна сторона зажарилась, я перевернула и подрумянила блинчик с другой стороны. Для начинки я использовала отварную курицу, которая у меня осталась после супа с грибами на курином бульоне. Курицу я смолола на мясорубке. Одну луковицу я мелко нарезала. И обжарила до готовности на растительном масле. Лук добавила к курице. Все немножко поперчила. Влила 1/3 стакана бульона. Бульон у меня был из кубика, поэтому я ничего не солила. Все хорошо перемешала. И выкладывала на каждый блинчик по столовой ложке начинки. Сворачивала конвертиком. Вот такие конвертики получились. Дополнительно блинчики можно обжарить на растительном масле, но я не обжаривала. Приятного аппетита!